Город Гомель. Выдатных поспехов добились и у своей работе радиоаматоры Гомельского радиоклуба ДОСАФ. Тут при отсутствии телевизийного центра принимают телепередачи. Много довелось и попрацовать старейшему радиоаматору технику радиовузла Кирножицкому, инструктору радиоклуба Грилцову, каб на экране з'явилися первые адлюстрования. Радиус приему звычайного телевизора 30-40 километров. Гомельские радиоаматоры глядят концерты и спектакли Киевского телевизийного центра за 240 километров. Напэўна, менавіта гэтая падзея і натхніла гомельскіх радыёаматараў на стварэнне ўласнага перадаючага цэнтра. 6 лістапада 1956 года яны здолелі выдаць у эфір мастацкі фільм «Максім Перапеліца». Першае вяшчэнне адбылося з будынка палаца чыгуначнікаў, на даху якога ўстанавілі дзве антэны – прымаючую і перадаючую. Сігнал можна было прымаць на адлегласці недзе 10 кіламетраў, па сутнасці, ва ўсім тагачасным Гомелі. Праўда, колькасць тэлевізараў у горадзе ў той час не перевышала и одного десятка. Потом программы выходили 2-3 раза на тыдень. Самым первым ведущим стал Геннадь Семенцов. Отдельные были функции такие, значит, мне бы приходилось как диктор объявлять и киномехаником быть. Афанасьев был у пульта, вот, Евгений Павлович Кирножицкий был, так сказать, ну, вдохновителем всех этой творческой группы нашей. Яночкин доставлял нам кинофильмы из кинопроката. Ну и участвовали, естественно, все в изготовлении и модернизации дальнейшего этого оборудования. Евген Кирножицкий, Геннадь Семенцов, Владимир Афанасьев, Усеволод Яночкин, Леонид Арончик. Гэта тыя людзі, якія стаялі ля вытокаў гомельскага тэлебачання. З усіх ветэранаў у жывых сёння толькі Леонід Арончык. Зараз ён жыве ў Ізраілі, але ад інтэрв'ю па інтэрнэце не адмаўляецца. Кажа, што прайшло 60 гадзяў, а здаецца, усё было быццам учора. Прыйшоў, увидел это телевидение, а тогда, собственно, вы же понимаете, никто ни малейшего представления в Гомеле не имел вообще о телевидении. Вот. А телевизионный центр любительский находился во дворце культуры железнодорожников. Вот. Там была небольшая студия, порядка 20 квадратных метров. Оборудование было разработано и изготовлено группой любители во главе с Кирножицким Евгением Павловичем, Афанасьевым Владимиром Николаевичем и Семенцовым Геннадием Владимировичем и другие. Вот. И, собственно, отсюда и начались регулярные телевизионные передачи в Гомеле. Крыху большим праз год аматорский телецентр был перададзены на баланс Министерства сувязи и стал другим после Минского телецентром Беларуси. Першая передача уже у новым статусе. Новогодний концерт 31 снежня 1957 года. Гэтая дата лишится днем нараджэння гомельского телебачення. Праз некалькі десятигоддзяў ветераны узгадывали той перыяд с теплынёй, хоть и не утойвали. Часам здараліся и курьезы. Заставка гомельской студии телевидения и ГСТ. Они были укреплены на посылочном ящике. Гомельская студия телевидения, ГСТ. А дальше на двух сторонах наши передачи закончены «Спокойной ночи». Осветитель мне перед камерой это переворачивал. В свое время, когда надо да. было. И вот начинается передача. Даем марш вступительный. Идет Гомельская студия телевидения. Следующий он должен повернуть ГСТ. А вместо ГСТ он повернул в другую сторону. Наши передачи закончились. С 1958 года гомельское телебачанне знаходилось у будинку по улице Пролетарской, у яким зараз размещенный комитет державного контроля. Тут же, до речи, была и лаборатория по проявке кинопленки. Ее потом перенесли у кинотеатр Калинина, где отбывался монтаж. Потом пленку несли у студию, якая все еще находилась у палаца чыгуначнікаў. И не было ни одного выпадку, каб не поспели до эфиру. Это был огромный интерес к работе. Интерес был буквально у всех. Мы были энтузиасты. Мы не просили ни больших денег, ничего. Мы там получали маленькие-то оклады, там полоклады, бог его знает, как нам платили. Короче говоря, был огромный интерес. У 1960 годзе для гомельского телебачення узвяли сучасный будынок. Побач телевизийную вежу, якая дозволяла распаўсюджваць сигнал на адлегласць до 150 километров. Стварение телебачення дало штуршок развитию и інших сфер –
Міністэрства гандлю дазволіла продаж у крамах тэлевізараў. Па тагачасных правілах іх рэалізацыя праводзілася толькі ў тых гарадах, дзе было ўласнае вяшчанне. З'явіліся тэлемайстэрні. У Гомелі пачалася тэлевізійная эпоха. Алексей Сюнцюроў, Ольга Канавалова, Валерыя Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.